Добрый день, дорогие любители рыбалки. Значит, сегодня я хочу вам рассказать о такой снасти. Это так называемая убийца карася, но немножко она сделана по-другому. Значит, здесь пружинка помещена на такую беду. Значит, саму, которую смотрите, у нас называется булавка. Значит, можно было бы поставить просто булавку, но в таком случае... Видите, с этой стороны булавка нормальная, она выдержит нагрузку, а с этой стороны никто не знает, как она там сделана и выдержит ли она нагрузку той рыбы, которую мы поймаем. Значит, поэтому мы булавку делаем вручную. Что нам для этого надо? Пассатижи, значит, круглогубцы, ножницы, значит, голден-кетчевские крючки на карася. Значит, шнур и проволока. Проволока 0,8 для сварочных работ. И еще такой девайс, это для того, чтобы у нас булавки были одного размера. Закручиваем колечко. Значит, как это сделано? Это просто два шурупа. Брусочек вернул, откусил головки, чтобы мне не мешали. И вот он получился такой у нас своеобразный девайс. Вот сделал у нас булавка. Далее, чтобы булавки как-то были одинаковые, значит, и входили в саму зацеп с вот этими пыльниками, мы делаем приблизительно одинаковые. Ну, вот она булавочка, вот такой самой длины мы его отрезаем. Далее делаем вторую. Значит, вот получилось у нас три булавочки. Дальше на нее булавочку самоставим поводок. Обыкновенный поводок. Как можно меньше, мы делаем здесь петельку. Видно также? Петелечку затягиваем. Лишнее обрезаем.
Это идет наверх у нас. Вот смотри, сюда вот, наверх на 16. Так, это мы сделали, смотри, булавочки. Значит, мы теперь вяжем шнур. Шнур мы вяжем снизу. Можно шнур завязать таким узлом. Чтобы были петли одинаковые, расстояние между булавками было одинаково, значит, я сделал здесь насечки, получается 23 сантиметра отмеряю. Ну, это у каждого может сделать по-своему, как ему нравится. Ну, мне нравится так. Значит, одну сделал, вторую можно будет привязать по-другому. Это опять же я показываю, как их можно привязывать, а каждый выберет свой узел по желанию. Можно привязать вторым узлом. Я же говорю, это как кому нравится. Делается полупетля, потом просовывается булавка наша, и петля эта затягивается.
тоже самое. В принципе, очень крепкий узел для плетенки. Ну и для ниток. Так, лишнее мы обрежем. Опять отмеряются. Те же самые 23 сантиметра. Были одинаковое расстояние между булавками. Отрезаем. Вторая булавка готова. Третью булавку можно привязать крючковязом. Вот у нас получилось три булавки. Значит, теперь надеваю пыльники. И просто их фиксирую временно. Теперь собираю полностью снасть. Значит, что у нас получилось? Вот они. Одна, вторая и третья. Значит, что мы теперь делаем? Теперь мы соединяем их между собой. Здесь лучше, конечно, сделать петля в петлю. Опять же, отмеряю одинаковое расстояние, делаю петельки. Соединяем между собой, как я говорил, уже петля в петлю. Опять отмеряем расстояние одинаковое, делаем петельку.
Соединяем далее. Так, у нас получилась вот такая полуснасть. Значит, у нас окончание вот это вот идет на грузило. Здесь просто мы делаем тоже петельку побольше, чтобы можно было грузило менять. Маленькое ставить, большое, маленькое на стоячку, большое побольше, 80-100 на речку. Сюда мы делаем тоже для соединения с основной леской. Ну все, практически у нас снасть готова. Значит, вяжем крючки. Значит, крючок надо вязать таким образом, чтобы поводок как можно был короче. Вон до самого конца его. Надеваем крючок и начинаем вязать узел. Пять раз достаточно. Значит, смотрите, в результате у нас получилась вот такая вот снасть. Кто-то скажет, что это обыкновенная, смотрите, убийца карася, но это не совсем обыкновенная убийца карася, потому что, значит, у нас есть булавка. С булавки мы снимаем пружинку. Она получается съемная. Сняли пружинку. Теперь можно вместо пружинки подцепить поролончик. Мы одели поролон на все три булавки, закрепили. И теперь получается, что-то само здесь поролон и здесь. Вот на трех, значит, в самых булавках получается три поролончика. Значит, берем аттрактанты. Сюда, например, анис, сюда горох, сюда кукуруза, да все что угодно. Значит, и получается на одной снасти три запаха. Какой из этих запахов сработает, можно взять другую снасть и поставить снасть с одинаковыми запахами. Значит, рыба подходит на запах, а тут наживка с крючком. Вот, в принципе, я считаю, что это лучше, чем наша убийца карася. Хотя немножко муторно ее делать, но этого стоит. Так, теперь я хотел сказать, что можно показать вам еще. Вот это снасть на речку. Значит, мешочек с длинным отводом,
Ну, своего рода получается фидерная снасть. Сама как бы. Ну, это, конечно, это не фидер. Значит, это сама. На в следующем видео я вам покажу, как ее делать от начала и до конца. Все, будьте здоровы!